Так, отже, я рада вітати в своєму ефірі сьогодні Максима Бревда, керівника громадської організації «Мрій дій», та Миколи Услова, учасника громадської організації «Мрій дій». Доброго ранку вам. Доброго. Сьогодні у нас така тема, яка сколихнула Миколаїв, напевне, це новий бренд міста, так? Тому що бачили багато реакцій. Але спершу давайте все ж згадаємо. Ідея створення саме такого бренду і як довго виготовлявся цей проєкт? Ну, то есть с момента, я перейду сразу на русский, чтобы вас не пугать, вот, с момента изготовления, то есть с момента заказа прошло 3 месяца, а в момент как бы идеи, всего этого процесса, подбора компании и так далее, это порядка было полугода, просто появилась идея, мы так немножко ее подняли, потом было время, были какие-то моменты, мы смотрели работы других городов, как они подходили к процессу. Вот. Ну, то есть 6 месяцев идеи, 3 месяца был конкретно процесс именно работы команды нашей вместе с командой брендерей именно в подготовке этого бренда уже, того продукта, который презентовали в итоге. Ну, платформа надихнула саме на створення бренду для міста. Те, що в інших вже є бренди, у нас ще немає. Чи що було мотивацією створити? Ну, брали в пример, во-первых, європейські города, там, де є вже определенна стилістика. Тобто ти приїжджаєш в якісь туристичні класні міста, у них є определені стилі, і ти цей стиль вже бачиш. Тобто той же Париж, у них є свій символ. Якщо далеко не їхати, це Львов, це Одеса, це Київ. І от в Одесі, навіть, ну, ближайший пример, там, де Ніколаївських можна людей чаще всього встретити на вихідних, це Одеса. Ти приїжджаєш, у них є єдиний стиль муніципальної реклами, він присутствує во всіх муніципальному транспорті, він присутствує во всій муніципальній рекламі, і це цвітова гама, тобто вона не викликає, во-первых, такого, знаете, какого-то радуги, а во-вторых, уже люди, которые туристы приезжают, они, когда видят эти цвета, она у них ассоциируется, все, это муниципальная реклама, это цвета города, плюс везде присутствует якорь, их бренд, и есть какой-то стиль, есть какое-то такое ощущение, что нет, ну, что есть какое-то понимание, что ты в Одессе, да, что ассоциация уже с Одессой, цвета Одессы, и все это тебя окружает, то есть создается такое приятное впечатление, как у человека, который там отдыхает, туриста, гостя или все остальное. И второе, то, что потом ну, то, что совершенно в Николаеве нету сувенирной продукции, практически ее нигде найти, если она есть, она не очень, скажем, такая симпатичная, молодежь совершенно не заинтересована в логотипе города, они не носят никакой символики, они не покупают, то есть нету какого-то такого бренда, за который болеет сам город, который можно внести в массы. В принципе, стиль и вот этот бренд был сделан как раз для вот такой вещи. И акцент на молодежь. Молодежь, в первую очередь, тоже принимала, а ну, она не может принимать, как-то его просто нету. А то, что есть, как бы это специальный герб, но он, скажем, немножко для другого сделан. Ну от представили ви цей бренд, бачили різні реакції, все ж викликало, є і позитивні, і люди також і на аватарки підтримуються у Фейсбуці. Я прошу зараз режисерів вивести навіть ці світлини, як люди прикрашають свій Фейсбук, свої сторінки, але були і трошки негативні реакції. От прокоментуйте, будь ласка, от як сприйняли миколаївці саме цей новий бренд. Наверное, я прокомментирую. Скажу так, что подавляющее большинство наших граждан и тех людей, которые присутствовали на презентации, им понравилось. И бренд, и лого, и самое главное, цвета. Компания, которая разрабатывала лого брендари, ребята очень четко и очень доступно объяснили всем, почему были выбраны именно эти цвета. Да, это голубой цвет, это голубой, синий, то есть его можно интерпретировать разными оттенками. Это цвет волны, цвет воды, да, очевидно, что Николаев стоит на двух реках. И розовый цвет, а я его называю не розовый цвет, а цвет заката. Потому что действительно до этого и после этого в социальных сетях появились фотографии, закат в Николаеве действительно он неповторимый. И люди, которые не местные, не приехали, именно эту уловили идею и нам ее предложили. И ну, я считаю, очень круто. Очень действительно смотреть на вот эти вот три вида логотипа, они под каждой своей направленности. Я считаю, очень здорово они уловили идею нас, как жителей города. Ну, але чули, що більшості рожевий мені не подобається, так, але я думаю, просто люди якось не можуть сприйняти те, що щось нове з'являється. Були, звісно, безусловно, ребята, жителі, яким не зовсім подобається именно цвета розовий, голубой, но, как по мне, это немножко, знаете, понятие чуть-чуть несовременное.
Потому что я скажу так, что такие, взять элементарно, футбольные команды, которые просто гиганты, такие как Реал Мадрид, такие как Барселона, такие как Палермо Италия, у них форма и официальные цвета, которые связаны с розовым цветом. Да, у Реала это цвет фуксии, это очень яркий малиновый цвет. И я думаю, что люди, которые все это разрабатывали, это все не случайно, и ни одних, наверное, каких-то моментов не было, что что-то со светом не то. Поэтому мы стараемся не обращать на людей, те, которым что-то не понравилось. Нам было важно именно знать мнение основной массы людей. Но очень приятно, что основная масса людей нас поддержала, поставили себе рамки на свои профили. Вот. И сейчас у нас, после того, как некоторые люди сказали, что розовый им не по духу, у нас основная масса запросов на футболки, на чашки, на все остальное именно с розовым цветом. То есть очень, очень отлично, что даже мы переживали немножко за розовый цвет, но благодаря, так сказать, этой антирекламе у нас сейчас просто такой наплыв, что люди хотят именно герб там, где с розовым закатом. И на футболках, на чашках, и просят им именно его больше внедрять вот, в сувенирную продукцию. Ну, я трошки сама прокоментую. Я б сказала, що він не такий нав'язливий, він трошки слабенький, і я думаю, не дуже заважає, коли з синім поєднується рожевий. Але все ж меми є. І ви оголосили також від своєї платформи конкурс. От розкажіть трохи про нього, скільки він ще буде діяти, і скільки можна кидати. А я зараз пропоную нашим режисерам також і вивести ті меми, які пропонують за новий логотип, новий бренд міста. Ви прокоментуйте, будь ласка, саме конкурс. Да, на самом деле, мы быстренько... Ось. Да, мы быстро поддержали все шутки, которые были направлены в сторону нашего логотипа, нашего бренда и нас. Мы, во-первых, очень с позитивом относимся к той позитивной критике, которая может идти. И многая критика, она даже не столько критика, сколько, знаете, как вот какой-то хайп, там, какая-то шутка в, ну, знаете, актуальная тема, и над ней актуально либо критиковать, либо шутить, либо поддерживать. Вот. И мы совершенно без каких-то амбиций и обид, то есть мы, в принципе, настолько понимаем и уверены в том, что он зашел, то, что он, вот эти все шутки какие-то, мы восприняли очень с позитивом, и мы сказали, ребята, короче, вообще классно, молодцы, там, трусы начали делать, все остальное. Мы поддержали, мы говорим, ну, давайте, короче, тема одягу і саме з брендом Миколаєва дуже така поширена. Давайте ми об'явимо конкурс на лучший там мем, стёб там именно с этого логотипа, с нас, и посмеемся. То есть, и это еще тот негатив, который был вот как бы направлен туда, они от нас ожидали, наверное, другой реакции, и когда пошла реакция, то, что мы добро сказали, давайте пройдем конкурс и разыграем кучу призов, я так понимаю, что те, кто критиковал, рисовал, чтобы как-то нас подколоть, они по-другому отреагировали, и мы немножко еще больше на нет, на позитив увели. Мы в самом деле это к этому относимся позитивно, потому что когда 80% да и 20% как бы там имеем место критики, окей, все нормально. Не бывает бренда, не бывает никакого дизайна, когда 100% люди воспринимают, потому что мы у всех разный вкус. Сейчас поставят вещь, коли она понравится, мне не понравится, вам понравится. Это нормальное явление. Но самое классное, когда есть, посмотрите, насколько активно обсуждается эта тема, нет практически ни одного лидера мнения, который бы не высказался или не, ну, по этому поводу. Поэтому они нам... Эта критика очень сильно помогла, и помогла критика именно розового. Ну, мало кто сказал, что розовый не используется в основном логотипе. Это логотип, который... У нас есть три вида логотипа. Муниципальный, вот логотип, который идет... Муниципальный вот он на кепке. Это как такая табличка, да, щиток. Второй логотип, который на чашке, это как бы основной логотип. И третий логотип, это логотип, который используется, его разрабатывали для яркой... продукции сувенирной и для яркой продукции, не продукции, а стиля наружной рекламы. Для чего? Он очень хорошо воспринимается, он очень хорошо узнается, и ты его, ну, видишь, то есть ты его ни с чем не перепутаешь. И это как бы ассоциация именно вот этого розового, нашего малинового такого, блин, розового, там разные оттенки можно использовать. Цвета заката. Цвета заката, да. Поэтому, в принципе, как бы, ну, знаете, один может видеть закат, другой может другие вещи видеть, в меру своих как бы там мыслей, но мы его очень благодарны за ту критику бешеного розового, потому что это критика розового с этими всеми там трусами, с подколами, с какими-то там очень такими явными делами. Она нам сделала просто бесплатную, безумную, классную рекламу. У нас в момент презентации у нас разобрали все чашки именно с розовым логотипом. У нас была куча заказов сейчас
есть на і просьба на розові футболки, хоча ми їх не робили. Тобто самі собі суперечить, так? Да. Проти розового, але рожевий замовляє. Настільки критика підняла шум вокруг цього розового, що у нас тепер сувенірна продукція з розовим ходить швидше, і ми не знаємо, ми ж не робили на неї акцент. Потому что мне, допустим, даже мне лично вот чашка там синяя, мне она больше нравится. Mm-hmm. Вот, но я смотрю, что у людей, а некоторые начали принципиально, то есть те, кто нас поддерживает, это, типа, делать розовые логотипы, потому что они, типа, вот мы специально хотим розовый, потому что, типа, вот у вас там тролля, мы хотим розовый. Ну, пожалуйста. Дякую вам, що завітали і розказали. Я думаю, тепер дійсно туристичний потенціал міста дійсно підніметься саме серед інших міст і будуть замовляти, і коли приїжджатимуть до Миколаєва відпочити, то із собою також будуть забирати якісь сувеніри.